В Москве прошло первенство России по киокусинкай. В соревнованиях приняли участие более 600 человек со всех регионов страны. Ленинский городской округ представляли 4 спортсмена. Все они – воспитанники клуба «Золотой дракон», который расположен на базе Видновской гимназии. На первенстве видновские каратисты представляли сборную Московской области. Несмотря на большую конкуренцию, воспитанники клуба «Золотой дракон» показали отличные результаты. Диана Проценко завоевала золото, а ее сестра Алина Проценко – бронзу.